Всем привет! Я нахожусь на самом большом в России колесе обозрения, и с его высоты, конечно, помимо потрясающих видов на один из самых популярных курортов Сочинского побережья, это курорт Лазаревское, мы можем видеть зарождающийся, но глобальный тренд, который пока заметили единицы из тех, кто работает в индустрии парков отдыха Сочинского побережья, но уже в следующем году, а тем более через год, этот тренд затронет каждого. Мы в компании Sky Production проанализировали рекордные показатели этого года, но сопоставив их количество приехавших людей и отметив их более высокую платежеспособность по сравнению с тем, что мы видели ранее, поняли, что рекорды эти должны быть еще более взрывные, причем гораздо более взрывные. Показатели эти, по нашему мнению, далеки от того, что должно было быть в связи с закрытием популярных у народа направлений для летнего отдыха. Традиционно это Египет и Турция, конечно же. И хоть и хозяева аттракционов с управляющими находятся сейчас в такой эйфории от всего того, что происходит, и радуются большим заработкам, но это, скорее всего, не повторится в следующем году и уж точно не повторится через год. Потому как есть еще одна причина, помимо выше мной изложенного и роста общего количества игроков, это то, что на рынок, причем во всей своей красе, вышли гиганты отрасли. Это Сочи парк, это Sky парк, и в работе с ними, естественно, действуют законы больших цифр. Ведь помимо нереальных бюджетов на инфраструктуру этих парков, на развлечения, концепции, аттракционы, в общем, все, в этом году они начали осваивать рекламные бюджеты, причем осваивать их очень эффективно, потому как я вижу, что их рекламные усилия уже достигают большую часть приехавших в Сочи и его окрестности, оттягивая народ с остальных парков и уменьшая их расходы в парках, которые находятся ближе к ним и которые традиционно привыкли ходить. Плюс прибавьте сюда Крым, который, по мнению игроков, выйдет на рынок в 2018 году. Ситуация становится еще более непредсказуемой. Причем как? Точнее, предсказуемой только в одном, что увидев качество и уровень предоставляемых услуг, уровень аттракционов, отдыхающие, если и пойдут в другие парки, то развлекательные объекты в них должны оправдать их ожидания. И тут уже нужно будет удивлять креативом и новыми решениями. Sky Production регулярно мониторит и анализирует ситуацию внутри парковых развлечений и всегда предложит вам подборку стоящих креативных решений. Звоните 7499-398-1443. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и, конечно же, посещайте наш сайт skyproduction.ru. В общем, обращайтесь к нам, а у меня еще целых 6 минут спуска и любования этими потрясающими видами Лазаревского. Всего хорошего!